Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесет вам четверг. А четверг, девочки, принесет вам встречу с каким-то доблестным мужчиной. Мужчина явно при должности, может быть, бизнесмен. Постарше вас, ореховый цвет волос, чаще всего, ну или темный. Глаза чаще всего карие, но точно не светлые. Вот с таким мужчиной у вас в четверг точно будет встреча. Дальше смотрим. Да, что-то решать вы с ним будете. Или оформлять какие-то документы. Встреча пройдет очень успешно для вас. Так, да, может быть, переоформлять что-то будете. Может быть, у вас продажа или покупка недвижимости. Вот, и или оформление каких-то документов. Вот мужчина будет, возможно, это начальник какой-то службы, которому вы там свои документы понесете или будете просить, или просили уже помощи, возможно. Вот, ну или пойдете к нему. Вот. Да, это может быть покупка-продажа недвижимости. Это также может быть судья, который примет какое-то решение, которое вас очень сильно обрадует. Вот, в четверг, в общем, что-то в четверг важное для вас решится. Вот, а еще в четверг будет у вас какая-то поездка. Тут три карты дороги. Может быть, у кого-то и проиграется три дороги. Вот, еще что-то останется за вашей спиной. Какой-то обман за вашей спиной будет, девочки. Да. Какой-то обман, о чем это? Давайте смотреть. Ну, я думаю, что это не сам обман, скорее, а сплетни. Сплетни о вас. Что-то о вашем статусе будут сплетничать. Вот, но для вас это будет очень успешно. Еще для кого-то вполне возможно за вашей спиной решится вопрос по поводу повышения должности. Но знаете вы об этом, скорее всего, не в четверг, а либо в пятницу, либо, возможно, даже на следующей неделе, потому что очень уж удачные тут карты. Вполне возможно, что за вашей спиной будет что-то решаться. Вот, но сплетни тоже будут. Ну, сплетни и хорошо. Вот, еще я вижу тут радостные новости ближе к вечеру от какого-то мужчины. Для кого-то из вас это может быть знакомство новое. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами. Обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Вот, ну а для кого-то встреча или свидание. Вот таким насыщенным будет у вас четверг. Для записи на личную консультацию пишите на WhatsApp, Viber, Telegram и регистрируйтесь на курс обучения Таро. Всего за 4 занятия реально начнете предсказывать сами. Стоимость всего лишь 900 рублей. Регистрируйтесь, пока есть такая возможность. Ссылочка внизу в описании и в моем первом комментарии.